селе Караул Абайского района открыт кабинет психолого-педагогической коррекции. На эти цели из областного бюджета было выделено 40 миллионов тенге. Работы по оснащению кабинета полностью завершены. Кабинет психолого-педагогической коррекции предназначен для детей с особенностями развития в возрасте от 4 до 18 лет. Его могут посещать все сельские дети Абайского района. В образовательном центре работают 9 специалистов с высшим образованием. Также действуют кабинеты Монте-Сори, логопеда-дефектолога, педагога-психолога, социального педагога, лечебно-физкультурный и музыкально-ритмический. Открытие этого кабинета является одним из самых важных мероприятий в плане комплексного развития области Абай. Мы открыли этот кабинет. Сейчас его посещают дети, и с ними работают высококвалифицированные специалисты. Здесь созданы условия для полноценного развития всех детей. Есть кабинеты Монте-Сори, логопеда, дефектолога, кабинеты новой модификации. Кабинет рассчитан на 50 детей. Сейчас его посещают 37. Стоит отметить, что на обустройство кабинета инклюзивного образования было выделено 40 миллионов тенге. На эти средства приобрели аппараты, позволяющие адаптировать детей и подростков с особыми образовательными потребностями. Кроме того, имеется оборудование для развития речи, дыхания, мелкой моторики, модульный массажный коврик, набор для песочной анимации, дыхательный тренажер и другое. На сегодняшний день кабинет работает. Он был открыт для маленьких жителей Абайского района. К нам приезжают дети из разных сел. У нас имеются планы, составлен график занятий и передан каждому из родителей. В торжественной церемонии открытия кабинета приняли участие представители акимата Абайского района, маслихата, общественного совета и родители, которые выразили признательность за то, что образовательный центр поддерживает детей. Открытие такого кабинета – долгожданное и радостное для нас событие. Он способствует абилитации, всестороннему развитию детей. Вот уже сколько лет мой сын пользуется услугами педагогов Абайской школы на дому. Стоит отметить, что в кабинете психолого-педагогической коррекции проводится работа по основным направлениям диагностики – коррекционно-развивающего обучения, консультирования родителей и учебно-методического обучения. Также разрабатывается специальная учебная программа по диагностике каждого ребенка. Индивидуальные занятия специалисты проводят по расписанию. Ботагөз Дандыбаева, Раила Малиханова, Азамат Калимбеков, Айдос Айткалиев. Телеканал «Семей».